Символично, что в день государственного флага Российской Федерации политическая партия «Справедливая Россия за правду» провела всероссийскую пресс-конференцию, посвященную необходимости построения социального государства. В Забайкалье ее проводили кандидаты в депутаты ЗАГСобра Сергей Безденежных, Анатолий Пичугин и Денис Курочкин. Мы должны сегодня приложить все силы, мы должны в первую очередь исправлять модель управления нашим государством. Финансовые институты сегодня должны работать, финансовые правила, бюджетные правила должны работать в первую очередь на развитие регионов и районов. Для этого необходимо обратить внимание на дороги, качество питьевой воды и увеличение заработной платы. Без решения этих проблем невозможно развитие Забайкалья, да и всей страны в целом. Цены на топливо и продукты должны кратно снижаться, твердо заявил Сергей Безденежных. Вообще вся программа развития партии «Справедливая Россия за правду» нацелена на построение социально справедливого государства, поскольку современная модель за последние 30 лет фактически себя дискредитировала.